Чудеса на Новый год случаются. И поверить в это несложно, если сам исполняешь чью-то мечту. Пятый год подряд горожане помогают детям-инвалидам, сиротам, ребятам из неблагополучных семей поверить в сказку и волшебство. Письмо, написанное ими к Деду Морозу, становится украшением елки в крупном торговом центре. Прямо с лесной красавицей оно попадает в руки к неравнодушным людям, которые в итоге наполняют корзины одеждой, игрушками и сладостями. Эта схема исполнения детских желаний работает в нашем городе благодаря Гродненскому благотворительному обществу и акции «Новогоднее чудо». Однажды мы на досуге со своей семьей, с моими любимыми родителями, друзьями, решили подарить настоящий новогодний утренник для детского дома. Это был очень далекий 2010 год. И задумка оказалась настолько настоящей, настолько искренней и настолько получила отклик даже среди друзей, что в следующем году мы уже начали подключать некоторым магазинам города Гродно. В этом году детьми было написано более 100 писем Деду Морозу с самыми разными пожеланиями. Кто-то просит альбом, фломастеры и носки, некоторые мечтают о куклах, игрушечных шлемах и мечах, кому-то хочется новое пальто и сапожки. В одном письме мальчик попросил вертолет на пульте управления. Его мечту осуществил Дед Мороз по имени Владислав. У каждого человека есть мечта, и каждый достоин на ее осуществление. Когда я свои мечты какие-то уже реализовал, да, то у меня уже есть возможность и желание помочь кому-то другому человеку. Вот такое желание сейчас недавно возникло, и вот я помог, да, я купил и подарил ребенку этот подарок на Новый год. Еще одну детскую мечту осуществили супруги Екатерина и Алексей. Они целенаправленно приехали в торговый центр, чтобы принять участие в акции. Побуждает, наверное, просто человеческая доброта. Наверное, у нас есть ребенок, он тоже просит подарки и хочется еще какому-то ребенку сделать подарок. Просит здесь какую-то загадочную снайперку, но я думаю, что мы разберемся и найдем эту снайперку. Почувствовать себя Дедом Морозом или просто сделать доброе дело в преддверии Рождества может любой желающий. В торговом центре по улице Дубков, в гипермаркете по проспекту Космонавтов и в торговом доме по улице Советской акция «Новогоднее чудо-2015» будет проходить еще и в среду, 23 декабря, с 11 часов утра до 19:00. Вероника Цыганок, Сергей Печерица, новости Гродно+.